Коллеги, добрый вечер. Мы начинаем очередной семинар, который посвящен изучению возможности обеспечения безопасности на фаерволах компании Cisco Systems. Откровенно говоря, я планировал провести один семинар на эту тему, но новых возможностей у компании Cisco Systems оказалось столько, что в результате в один семинар никак не удается уложиться. И я планирую, что будет целая серия семинаров, посвящена этим возможностям. Соответственно, на данном семинаре мы рассмотрим общее описание этих новых возможностей и более детально рассмотрим, что нового компания Cisco Systems сделала с точки зрения маршрутизации на Firewall. Соответственно, первое, о чем я хотел бы поговорить, это о новом аппаратном обеспечении. Компания Cisco Systems предложила три новых модели фаерволов. Соответственно, они представлены на этом слайде. Перед вами 5506X в так называемой десктопной разработке. Это модель, которая, в общем, пришла на смену 5505. Это персональный фаервол. Следующий 5506WX – это десктопный вариант, который имеет встроенную беспроводную точку доступа. И, наконец, ASA 5506HX, соответственно, это промышленное исполнение для персонального фаервола. Соответственно, эти модели требуют специальной дополнительной лицензии Security Plus. Не поддерживается на них режим Multiple и не поддерживается механизм кластеризации. Следующая модель ASA 5508X имеет встроенную лицензию Security Plus, то есть дополнительной лицензии она не требует. Но, в свою очередь, не поддерживает механизм кластеризации. И самая старшая модель, ASA 5516X, имеет полноценную поддержку кластеризации, не требует никаких дополнительных лицензий. Все три модели поддерживают так называемый встроенный программный модуль, который носит название Firepower Services, но мы о нем немножко дальше подробнее поговорим. Кроме этих трех аппаратных моделей, компания Cisco Systems разработала виртуальный фаервол, который называется ASA-V. Он предназначен для работы в виртуальной среде, в частности, работает на VMware и ESXi серверах. И, соответственно, все фичи, которые я вам представлю и в этой презентации, и, надеюсь, в большинстве последующих презентаций, как раз проверялись на вот этом виртуальном фаерволе. Значит, особенность данного виртуального фаервола состоит в следующем. Если его использовать без лицензии, то максимальная скорость интерфейсов 100 килобит в секунду. Используя стандартную лицензию ASA V5, вы обеспечиваете на интерфейсах скорость 100 мегабит в секунду, а лицензия ASA V10 поддерживает скорость гигабит в секунду, и, наконец, максимальная лицензия ASA V30, стандартная лицензия, поддерживает скорость 2 гигабита в секунду. Могу вам сказать, что я использовал ASU-V без лицензии, и скорости 100 килобит в секунду вполне достаточно для того, чтобы отрабатывать на ней основные фичи, которые поддерживаются на фаерволе. Конечно, гонять через нее трафик — это очень нудно и противно, но для проверки возможностей, для проверки конфигураций вполне подходит виртуальный фаервол без лицензии. А теперь, что нового появилось в программном обеспечении фаерволов? На данном слайде приведены основные новые механизмы, но сразу хочу оговориться, что далеко не все механизмы.
С точки зрения маршрутизации, значит, ОСА поддерживает дополнительно к тому, что протоколы, которые поддерживались раньше, протоколы BGP, протокол ISIS, включена поддержка policy-based роутинга. Кроме того, включена поддержка механизма non-stop forwarding. И, кроме того, включена поддержка механизма, который называется Equal Cost Multiple Path, ESMP. Обо всех этих механизмах мы на сегодняшнем семинаре поговорим немножко дальше. А вот все остальные новые фичи, которые поддерживаются фаерволами, будут нами рассматриваться уже на других семинарах. Просто за 45 минут охватить все оказалось совершенно невозможно. Итак, что еще нового разработано компанией Cisco Systems для поддержки фаерволами? Значит, прежде всего, это поддержка механизма VXLAN. Механизм VXLAN обеспечивает поддержку до 16 миллионов VLAN-ов. Напоминаю, что стандартный заголовок 802.1x поддерживает порядка 4096, по-моему, VLAN-ов, что-то вот так вот. Соответственно, механизм широко применяется в многопользовательских центрах обработки данных. На фаерволах теперь поддерживается механизм управления доступом. Механизм носит название Identity Firewall. Раньше этот механизм носил название Cat4Proxy, но теперь компания Cisco Systems расширила поддержку путем аутентификации удаленных пользователей через сторонние базы данных, ну типа Active Directory или каких-то других еще, и общее название Identity Firewall. Следующий механизм, так называемый Cisco Firepower Service. Это программный модуль, который включает в себя Next Generation IPS, соответственно, дополнительный контроль приложений AVC, фильтрацию URL и, соответственно, защиту от дополнительную расширенную защиту от вредоносного программного обеспечения, которое носит название AMP. Вот все эти три механизма включены в общий сервис, который называется Firepower Service. Вот, работает как отдельное приложение на фаерволе и, в принципе, может представлять из себя либо аппаратный модуль, либо для тех моделей фаерволов, о которых мы говорили только что, представляет из себя программный модуль. Следующий механизм. Использование так называемой Cloud Web Security, то есть использование облачных сервисов безопасности или сервисов безопасности в облаке. А что они позволяют сделать? Обеспечивают фильтрацию HTTP, HTTPS трафика в облаке, в котором обеспечивается динамическая фильтрация URL для более чем 50 миллионов сайтов. Обеспечивается глубокий контроль приложений для социальных сетей, разделяемых файлов, различных мессенджеров и тому подобное. И, наконец, последний механизм кластеризации фаерволов. Механизм кластеризации фаерволов – это механизм, который позволяет обеспечить предсказуемое линейное расширение пропускной способности, надежности при одновременном удобстве управления одним устройством. То есть создание кластера – это объединение нескольких фаерволов в некий один общий виртуальный фаервол. Вот что касается новшеств, которые разработаны к настоящему времени компанией Cisco Systems для поддержки своими программными и аппаратными фаерволами. На следующем слайде я специально привел рабочую схему сети, которая построена исключительно на виртуальных устройствах. Использовался для построения этой схемы, соответственно, ESXi сервер, который был развернут на компьютере с 32
гигабитами оперативной памяти. Значит, что на нем удалось поднять, как легко видно из этого рисунка. Удалось поднять Firewall ASA 1000V, удалось поднять 5 маршрутизаторов CSR 1000V, то есть это тоже виртуальные маршрутизаторы, два из которых эмулируют маршрутизаторы штаб-квартиры, и оставшиеся два маршрутизатора удаленных офисов. Друг с другом они подключены через маршрутизатор, который эмулирует маршрутизатор сервис-провайдера, а через маршрутизатор сервис-провайдера удалось обеспечить доступ в реальный интернет. Вот на схеме это показано, то есть эту свою виртуальную сеть я могу подключить к реальному интернету. Кроме этого, имеется целый набор конечных устройств. В частности, в схеме работает сервер сертификатов, на котором одновременно поднят DNS-сервер. Работает, соответственно, сервер безопасности ICS5.4 и работает несколько рабочих станций, как в удаленных офисах, так и в штаб-квартире. Вот, схема вполне работоспособна, и практически все конфигурации я отрабатывал на ней. Поэтому для того, чтобы осваивать в дальнейшем новые устройства компании Cisco Systems, вам совершенно не обязательно иметь доступ к реальным аппаратным устройствам и модулям. Вполне возможно поднять себе такую виртуальную схему и с ней работать. Что касается лицензий на маршрутизаторах, опять-таки, понятное дело, никаких постоянных лицензий я не покупал, а пользовался временными бесплатными лицензиями. Бесплатные лицензии действуют в течение 2 месяца. С моей точки зрения, этого вполне достаточно, чтобы проверить любые механизмы, которые вам интересны. Ну, а теперь мы переходим непосредственно, что же нового компания Cisco Systems сделала на фаерволах с точки зрения маршрутизации. Первое – это поддержка протокола BGP. На этом слайде приведена BGP-сессия, которая установлена между HQ ASA1 и HQ R1. Соответственно, конфигурация на маршрутизаторе абсолютно стандартная. А соответственно, роутер BGP6500, BGP роутер ID. Вот, в данном случае в лабораторной сети у меня поднят протокол SPF, и в этот протокол я редистрибутировал в протокол EIGRP. Соответственно, Neighbor 10.1.2.3 Remote IS 65001 это, собственно, фаервол. И на этот фаервол маршрутизатор, в данном случае он играет роль маршрутизатора сервис-провайдера, объявляет только дефолтный маршрут Neighbor 10.1.2.3 Default Array. Значит, фаервол с точки зрения протокола BGP конфигурируется несколько иначе. Он конфигурируется как MP-BGP, что легко заметно из этого слайда. Роутер BGP65001, BGP-роутер ID. После этого вы должны задать адрес Family IPv4 Unicast. Входите в эту адрес Family и, соответственно, задаете соседа маршрутизатор HQ R1-10.1.2.1 Remote IS 6500. После этого вы этот нейбор должны активировать. И обратите внимание, команды, которые на маршрутизаторах в настоящее время уже не используются, поскольку они включены в конфигурации по умолчанию. Но автосаммари, но синхронизация. Вот, собственно говоря, и вся конфигурация протокола BGP. Теперь нам осталось только проверить, что механизм у нас работает. Команда show ip-bgp-summary позволяет мне на фаерволе посмотреть таблицу соседей. Вот у меня сосед 10.1.2.1. Этот сосед имеет статус established, из этого слайда этого не видно. Посмотреть этот статус можно просто по команде show ip-bgp-neighbor 10.1.2.1, но поскольку вывод там очень большой, то я обычно этой командой не
использовать. Соответственно, BGP-таблицу на фаерволе можно посмотреть стандартным способом с помощью команды show BGP. Вот она, таблица BGP, и видно, что сосед в эту таблицу объявляет только один дефолтный маршрут. Этот маршрут available best, то есть он должен быть перенесен в таблицу маршрутизации, что легко увидеть по команде show route BGP. Вот он, BGP, дефолтный маршрут на маршрутизатор сервис провайдер. Таким образом, можно сделать вывод, что протокол BGP вполне полноценно работает на фаерволе. Следующий механизм – policy-based routing. Этот механизм включен в программное обеспечение фаерволов, начиная с версии 9.4.1. Механизм policy-based routing – это механизм маршрутизации пакетов, не прибегая к помощи таблицы маршрутизации, а с помощью так называемых правил или политик. Соответственно, эти правила создаются вами в процессе конфигурации фаервола непосредственно в файле конфигурации. Вот, соответственно, конфигурация policy-based routing на фаерволе осуществляется примерно так же, как она осуществляется для маршрутизаторов и коммутаторов. Policy-based routing создается с помощью маршрутной карты, которая приписывается к входящему интерфейсу фаервола с помощью оператора policy route. Ну, соответственно, пример конфигурации policy-based routing приведен на этом слайде. Имеется access-листы policy-based routing ASL1 и ASL2. Соответственно, в данном случае подвергаться policy-based routing будут любые IP-пакеты, которые идут с хоста 192.168.1.3 на хост 10.4.2.2.2 и с хоста 192.168.1.3 на хост 8.8.8. Создаем маршрутную карту, которая называется PBR. В этой маршрутной карте ссылаемся на access-листы. В данном случае в 10-й строке маршрутной карты ссылаемся на access-листы. Лист, который называется PBR-ASL1. И устанавливаем для этих пакетов NextHop 209.165.201.1. Создаем 20-ю строку маршрутной карты, в которой пакеты, идущие в соответствии с PBR-Access-листом ASL2, используют NextHop адрес 209.165.200.225. Соответственно, эту маршрутную карту приписываем к интерфейсу фаервола G01. Policy Route, Route Map, PBR. Ну и после этого осталось проверить, работает Policy Routing или нет. Для этого используем команду Show Route Map, проверяем, соответственно, как сконфигурирована маршрутная карта, и с помощью команды show policy route проверяем, как установлено, на какой интерфейс эта маршрутная карта установлена. Вот, непосредственную проверку можно осуществить с помощью инструмента, который широко применяется на фаерволах и называется packet tracer. Вот, соответственно, устанавливаем команду packet tracer input inside ICMP, посылаем с адреса 192.168.1.3 на адрес 4.2.2.2. Видим, что Packet Tracer показывает action allow. Ну и аналогично проверяем то же самое, но на адрес 8.8. Видим, что результирующая акция у нас также allow. То есть policy-based routing у нас работает вполне себе успешно. Следующий механизм называется Equal Cost Multipath Forwarding, сокращенно ESAMP. Что он из себя представляет? Ну вот на этом слайде показано, что до версии 9.3.2 на фаерволе вы могли задать три маршрута по умолчанию на разные IP-адреса, но только с одного и того же интерфейса. Соответственно, начиная с версии 9.3.2 и все более поздние версии,
поддерживают до 8 маршрутов поверх нескольких интерфейсов, если эти интерфейсы включены в зоны, как показано вот на этом слайде. В данном случае у нас имеется два разных интерфейса, вот с разными адресами, но они включены в общую зону, которая называется OutZone. И, соответственно, на эти интерфейсы я могу создавать маршруты по умолчанию. Ну, это показаны маршруты до версии 9.3.2. Соответственно, я мог использовать только один маршрут по умолчанию через один интерфейс, через интерфейс Outside. Соответственно, теперь я могу использовать несколько маршрутов по умолчанию с помощью команды Route Outside 2, ну это дефолтный маршрут, и соответственно указываю Next Hop. Соответственно, получаю сообщение об ошибке. Для того, чтобы на нескольких интерфейсах использовать маршрут по умолчанию, эти интерфейсы, обратите внимание, должны иметь одинаковый уровень безопасности, что для Firewall, согласитесь, несколько необычно. В данном случае Zone OutZone, интерфейс G00, Security Level 0, Zone Member Security Outside, интерфейс G03, Security Level 0, Zone Member Security Outside. После этого я могу создать дефолтный маршрут Route Outside 209.165.201.1 и могу создать другой дефолтный маршрут, например, на другого сервис-провайдера Route Outside 2 через 209.165.200.225. По команде Show Route эти два дефолтных маршрута я увижу в таблице маршрутизации. Вот, соответственно, с точки зрения траблшутинга технологии ESMP. По команде Show Zone я увижу, увижу собственно саму зону и увижу, какие интерфейсы входят в эту зону. Соответственно, по команде Show Name if Zone также я увижу не только интерфейсы, но и увижу зоны, зону, к которым относятся эти интерфейсы. Одновременно увижу, что оба интерфейса имеют одинаковый уровень безопасности, а именно 0. Ну и есть специальная команда Show Route Zone, которая мне покажет маршруты, которые распределены внутри этой зоны. И команда Show Connection Zone покажет мне внутри зоны все коннекты, которые поддерживает Firewall. Вот здесь видно коннект через зону Outside, коннект через зону Outside 2, то есть все коннекты я увижу. Какие требования предъявляются к технологии ESMP? На фаерволе максимальное количество зон 256, один интерфейс может принадлежать только к одной зоне. Вот, в одну зону можно включать до 8 различных интерфейсов. Соответственно, внутри зоны все интерфейсы должны иметь одинаковый уровень безопасности. На всех интерфейсах, которые относятся к одной зоне, должна быть установлены одинаковые политики или, если хотите, одинаковые правила. Одинаковые аксесс-листы, одинаковые трансляции, одинаковые сервис-полиси. Вот. Далее, если маршрут теряется на интерфейсе, ну, например, потому что у нас интерфейс упал в down, а поток, который шел через интерфейс, который упал в down, автоматически перебрасывается на другой интерфейс в той же самой зоне. Соответственно, когда маршрут теряется на интерфейсе, ASA будет использовать маршрут из другой интерфейсной зоны, если маршрутов, доступных внутри зоны, нету. Если, соответственно, интерфейс переброшен из одной зоны в другую зону, все существующие потоки на интерфейсе будут удаляться, включая X-лейты трансляции, то есть, соответственно, пинхолы и другие соединения,
элементы соединить. Вот, следующий механизм – нон-стоп форвардинг. Этот механизм довольно давно компанией Cisco Systems используется на роутерах. Теперь компания Cisco Systems включила механизм нон-стоп форвардинг на фаерволах, главным образом для поддержки так называемых файловеров, Active-Active и Active-Standby. Ну, соответственно, на этом слайде просто показана теория работы механизма non-stop forwarding. Если у нас в такой схеме откажет маршрутизатор R3, то, соответственно, у меня маршруты на маршрутизаторе R2 будут флапиться, поскольку маршрутизатор R2 должен перестроить свои маршруты с R3 на R4, для того, чтобы трафик шел на R6. Если у меня здесь есть пара маршрутизаторов, из которых R3, допустим, активный, а R2 стендбай, то при отказе активного маршрутизатора трафик переходит автоматически на маршрутизатор R2, и маршруты не флапятся. Вот. Это классическая теория, которая носит название non-stop forwarding или NSF. А при этом non-stop forwarding поддерживает механизм graceful restart. Механизм Graceful Restart позволяет вам очищать базу данных протокола OSPF, не разрывая OSPF adjacency между маршрутизаторами. На маршрутизаторах Cisco этот механизм в протокол OSPF версии 2 включен довольно давно. Вот, соответственно, и теперь компания Cisco Systems включила этот механизм, соответственно, в свои фаерволы. В OSPF версии 2 маршрутизаторы Cisco поддерживают non-stop forwarding проприетарный цисковский и non-stop forwarding стандартный на тот случай, если ваш маршрутизатор Cisco подключен к маршрутизатору другого вендора. В протоколе OSPF версии 3, то есть для IPv6 адресов, используется механизм Graceful Restart, который, в общем-то, аналогичен механизму Non-Stop Forwarding. И вот на этом слайде представлен способ использования механизма Non-Stop Forwarding в Active Standby FileLoader паре. Соответственно, у меня есть активный фаервол и есть стендбай фаервол. А между этими фаерволами и маршрутизатором поднят протокол OSPF. Соответственно, на маршрутизаторе поддерживается NSF, на фаерволах также поддерживается NSF. Когда активная OSA отказывает, OSA-2 становится активной. Вот, при этом, соответственно, OSA-2 использует специальную сигнализацию Link Local Signaling Cisco или использует так называемый стандартный OPAQ LSA для того, чтобы сообщить роутеру о том, что произошел переход, и таким образом маршрутизатор не разрывает соединение с фаерволом, меняет информацию в своей базе данных и, соответственно, OSPF-сессия продолжает работу. Вот. Ну и на этом слайде показано, как включить поддержку NSF Cisco в протоколе OSPF. Вы просто пишете NSF Cisco. Либо включаете стандартную поддержку NSF и ETF. Ну, для IPv6 также есть механизм, я уже говорил, Graceful Restart. Включайте команды Graceful Restart. Вот, соответственно, можно включить helper адрес для Cisco, можно включить helper адрес для OSPF. Ну, я думаю, в такие детали нам сейчас вдаваться смысла не имеет. Соответственно, посмотреть, что non-stop forwarding работает на фаерволе, можно с помощью команды show OSPF NSF. Вот, я увижу, что у меня non-stop forwarding enable.
Либо шел ОСПФ, я увижу, что у меня работает упаки LSA, который обеспечивает non-stop forwarding для, на стандартном. Следующий механизм, который я бы с вами хотел рассмотреть, это механизм использования MAC-адресов в режиме Active Standby Failover. Компания Cisco Systems уже довольно давно анонсировала, что в Active Standby Failover паре вы можете задавать MAC-адреса вручную. А вообще-то говоря, в Active Standby Failover паре MAC-адреса задаются динамически. И, в общем, всегда было непонятно, а зачем нужно использовать ручные записи MAC-адресов, если они, в общем-то, записываются динамически. Ну и вот, наконец-то, в новых версиях IOS компания Cisco Systems, по крайней мере, разъяснила, зачем это нужно. И это действительно реально нужно. Вот, соответственно, в том случае, если у нас секондари устройство перезагрузилось, оно становится активным. Вот. Но если при этом primary устройство не успело перейти в статус standby, то, соответственно, secondary устройство будет использовать свой собственный MAC-адрес в качестве активного. А оно же было standby в этом случае в течение некоторого времени, пока не перестроится ARP-таблица, у вас файловер пара будет работать некорректно. Соответственно, ну вот, собственно говоря, пример этой задачи показан. Вот у меня primary устройство, вот у меня secondary устройство. Соответственно, я могу на интерфейсах primary устройства зафиксировать активный и standby MAC адрес. В этом случае, соответственно, secondary устройство его получит, и когда оно перейдет в статус активного, оно автоматически возьмет MAC-адрес соседнего устройства. Таким образом, работа файловер пары будет корректна. Вот, соответственно, пример конфигурации показан на вот этом слайде. Файловер MAC-адрес гигабит Ethernet 0.0 это активный MAC-адрес, следующий MAC-адрес это, соответственно, стендбай MAC-адрес. Ну и файловер MAC-адрес на гигабит интерфейсе Ethernet 0.1 активный такой, стендбай такой. Соответственно, когда устройство, переходя из статуса в стендбай в статус активный, будет забирать активный IP-адрес, одновременно же оно заберет активный MAC-адрес, и таким образом никаких дублирований MAC-адресов в ARP-таблице не происходит, и, соответственно, наше устройство, наша файловер-пара работает корректно. И последний механизм, который мы рассмотрим сегодня в нашей задаче, это так называемая асимметричная маршрутизация при работе файловер пары в режиме Active-Active файловер. Значит, напоминаю, что этот режим реализуется, когда мы переводим фаервол в моду Multiple и создаем на каждом фаерволе два, соответственно, два виртуальных фаервола. Соответственно, два контекста. Вот у нас имеется здесь админ контекст, он активен. CTX контекст имеет статус standby. На другом фаерволе наоборот. Админ контекст имеет статус standby. CTX контекст имеет статус активен. Значит, хотел бы на всякий случай напомнить для тех, кто не знает, в современных IOS-ах механизм Active-Active FileLoader поддерживает динамические протоколы маршрутизации. Вот, соответственно, на этом слайде видно, если у меня на этом фаерволе активен админ контекст, то, соответственно, через админ контекст трафик уходит, соответственно, в интернет. Если в интернете реализована асимметричная маршрутизация, то трафик может прийти на другой фаервол, на котором
активен CTX контекст, но поскольку входящая сессия на CTX контексте не создана, то трафик будет просто убит. Поэтому для решения проблемы нужно приписать на интерфейсы механизм так называемой асимметричной маршрутизации. А это делается с помощью приписывания интерфейсов в одну и ту же ISR группу. В этом случае Security Appliance будет проверять таблицы маршрутизации для другой файловер группы. И если он увидит, что имеется в другой файловер группе активная запись, он просто перенаправит трафик туда, как это показано на этом слайде. Вот таким образом пакет не будет убит, а будет нормально маршрутизирован. Соответственно, как это сделать, представлено на этом слайде. Переходим в контекст CTX, заходим на интерфейс G02 и ставим там ISR групп 1. Соответственно, на интерфейсе G03 ISR групп 2. Переходим в контекст админ и ставим, соответственно, на интерфейсе G00 ISR групп 1, на интерфейсе G01 ISR групп 2. После этого на Active-Active FileOver паре будет осуществлена поддержка асимметричной маршрутизации. На этом я хотел бы закончить сегодняшнюю презентацию. Спасибо за внимание.